Всем привет, с вами Лила 9К. Сегодня покажу, как сделать колонка мена босса в мем поиграм. Но перед этим, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Ну и всем приятного просмотра. Берем яблоко. Удаляем росточек. Увеличиваем. Чуть не забыл. Вколем в него черный шприц. Теперь его увеличиваем. Берем штаны и ботинки, вводим их на первый план. Надеваем на него ботиночки и штаны. И опять происходит мой любимый баг со штанами. Итак, теперь делаем колонку. Чтобы делать колонку, берем черные штаны. Увеличиваем. Вводим на первый план. Делаем прозрачными и легкими. Привязываем. Копируем. Эти уменьшаем. Делаем поменьше. Вводим их только на третий план. Копируем этот. Не, делаем прозрачным и легким. Копируем. Привязываем. И это тоже привязываем. Эти тоже привязываем. Дальше мы должны делать ему пушку. Чтобы сделать пушку, берем базуку, нажимаем прозрачным и легким и переворачиваем ее. Делаем вот так вот. Дальше увеличиваем ее. И дальше мы ее привязываем. Мы еще должны сделать ранец. Ну или джекпак. Чтобы сделать джекпак, тоже берем черные штаны. Дальше так делаем. Увеличиваем. И как обычно, не забываем делать прозрачными и еще легкими. Дальше привязываем. Эти мы копируем. Дальше вот эти же самые штаны. Ой, увеличиваем их.
побольше и пошире. Дальше берем вот эту вот турбину. Турбину привязываем к ранцу. Эту турбину делаем прозрачными и еще делаем гравитейшн. Блин. И вот такого титан спикермена у меня получилось. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, кого мне еще сделать из скибиди туалетов. Ну, или из камераменов, или из колонкоменов. Ладно, пишите в комментариях, кого мне еще сделать. Ну а так, всем спасибо за просмотр и всем пока!